Один из самых волнующих моментов в жизни только что состоявшихся родителей – день выписки мамы и малыша из родильного отделения. В рамках празднования Дня матери в Лабинске поздравили молодых женщин, подаривших нашему району новых жителей. В роддом помимо родных пришли гости из Лабинского ЗАГСа и Управления социальной защиты. Анна Толстолуцкая передала молодым мамам поздравления губернатора нашего края Александра Ткачева. От всей души желаю вам вырасти настоящего человека, чтобы им гордилась ваша семья, наша Кубань, Россия. И где бы вы ни были, всегда помните тот уголок земли, который стал малой родиной вашего малыша. Поздравления, цветы, подарки, добрые слова. Много сюрпризов ожидало молодых мам в этот день. Но самое приятное – радостные лица отцов, впервые взявших на руки своих детей. Этот день всем запомнится надолго. Традиционно уже который год отдел ЗАГС Лабинского района поздравляет в канун Дня матери мамочек, которые выписываются из роддома. И этот год не стал исключением. Сегодня мы поздравили трех мам, одна из которых – мама двойни. Очень важно в этот день понимать, что тепло материнских рук согрето жизнь каждого человека, и тепло ее сердца будет сопровождать каждого ребенка всю его жизнь. Наталья Литвиненко, Татьяна Шестова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».